Целебное, одноминутное, ключевое дыхание – это просто подарок человечеству, потому что за одну минуту, независимо от того, стоите вы, лежите вы или вы в движении, если вы просто будете прислушиваться, думая, о чем думается, пустив мысли на самотек, в ритме естественного дыхания, ни в коем случае его не меняя, а дыша так, как дышится, в ритме этого дыхания, просто в течение минуты, время от времени прислушиваться, вдох у вас теплее или выдох. И вовсе не имеет никакого значения в результате вдох теплее или выдох. Но если вы этот поиск делаете, если вы эту доминанту формируете, потому что поиск тепла, а тепло это расслабление, а тепло это защита, а тепло это комфорт, а тепло это в конечном счете безмятежность, безопасность. И поэтому, если вы одну минуту в ритме собственного естественного дыхания, время от времени в течение минуты прислушиваетесь, вдох теплее или выдох, и не имеет никакого значения, нашли вы, что вдох теплее или выдох, не имеет, но сам процесс имеет значение, он вызывает сброс напряжения и выход на состояние безмятежности. Друзья, так можно и в сон войти, так можно и расслабиться, и вообще успокоиться. Пользуйтесь. Это подарок человечеству.